В ноябрьске выбран председатель обновленного состава Общественной палаты. Им стал Сергей Цыганков, который также является председателем территориальной профсоюзной организации «Ноябрьскнефтегаз». Напомню, в новом составе 15 человек. Это не только руководители городских предприятий, но и представители СМИ, бизнес-сообщества, профсоюзных организаций, а также общественники. Их избрали на 3 года. За это время они должны собираться не реже 2 раз в год, чтобы решать насущные для горожан проблемы. Сергей Цыганков рассказал, что в планах развития комфортной городской среды, осуществления общественного контроля и согласования интересов при строительстве многофункциональных площадок, контроль за реконструкцией городского парка, наблюдение за благоустройством дворовых общественных территорий. Состав общественной палаты обновился почти наполовину, и это хорошо, потому что те люди, которые уже отработали в первом составе, наработали определенный опыт уже и немножко приобрели консервативные взгляды. А новые члены общественной палаты с новыми идеями, с энтузиазмом, и вот опыт и энтузиазм будут способствовать развитию здорового гражданского общества. В состав обновленной общественной палаты вошел генеральный директор телеканала «Ноябрьск-24» Алексей Сафонов. Добавлю, что Алексей Сафонов будет совмещать работу в общественной палате 2 уровней. Постановлением законодательного собрания Ямала он включен в состав общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа.